Когда согрешишь, плачь и стенай не о том, что будешь наказан, ибо это ничего не значит, но о том, что ты оскорбил своего владыку, который столь кроток, столько тебя любит, столько заботится о твоем спасении, что и сына своего предал за тебя. Вот о чем ты должен плакать и стенать, и плакать непрестанно. Святитель Иоанн Златоуст. Простота догматов истины, уча тому, что такое Бог, предполагает, что не может Он быть объемлем ни именованием, ни помышлением, ни иною, какое постигающее силой ума, пребывает выше не только человеческого, но и ангельского постижения. Святитель Григорий Ниский. Что значит горсть по отношению к целому морю? То же значит вся сила слов по отношению к неизреченному и необъятному естеству Божию. Святитель Григорий Ниский.